Если встречать весну, то только танцуя. Этой традиции в поселке Горки 10 уже 7 лет. Ровно столько в местном доме культуры проходит фестиваль уличного танца «Реакция». Возраст участников от 6 лет и до бесконечности. Самое главное – любить танцевать и не бояться выйти в круг. В этом году танцоры со всей России в Горках 10 отметили не только приход настоящей весны, но и Международный день танца, причем сразу в трех направлениях – брейкинг, паппинг и хип-хоп. Хотя на фестивале «Реакция» рады любым танцам, главное, чтобы исполнены они были хорошо и от души. В принципе, мы за все направления. У нас есть хип-хоп-хитс, в этом году мы новую номинацию ввели до 10 лет. Также есть супер-хитс, который является отбором на фестиваль «Тимка» в Москву. Брейк-данс, как обычно у нас, брейкинг джуниор, брейкинг про. Также профи паппинг и хип-хоп. Но мы второй год уже подряд, даже третий, делаем уличное шоу, когда может показать любой стиль или миксом выступить. Первыми в круг вышли малыши, любители брейкинга и хип-хопа. Под незнакомую музыку они так же, как и их взрослые коллеги, должны были удивить судей оригинальными движениями. Кому-то это удалось, кому-то нет, но довольны остались все. А это просто фу! Да, отлично! Ошибки какие-то были? Да. Ну, да. Какие? Мы запутались, потерялись, не в ту линию встали. Отличное настроение. Ты уже выступала? Да, я уже выступила. Как оцениваешь свое выступление? Ну, на 4, на 3. А что было не так? Мало элементов показала. Олег – организатор фестиваля и участник многочисленных соревнований, в том числе международных, признается. Чтобы однажды стать победителем, нужно не бояться поражений и идти вперед к мечте, несмотря ни на что. В первую очередь тренироваться, несмотря на то, что пробивать стены, не сдаваться никогда. Вот есть такие темы, когда ты о чем-то мечтаешь, ставишь себе цель, ты к ней идешь. Все тебе мешает, но поверьте, что можно реально добиться многих высот. В этом году поучаствовать в реакции решили больше 120 человек. С пустыми руками не остался никто. Кто-то получил долгожданный приз и диплом, а кто-то – бесценный опыт. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».